Министр юстиции Залина Лалиева представила доклад о проделанной работе ушедшего 2019 года, отметив, что Министерство юстиции является одним из ключевых ведомств государственной власти, объединившим различные ведомства и сферы деятельности. Министерство юстиции на правовую антикоррупционную экспертизу поступило 428 проектов нормативно-правовых актов. Во исполнение правил формирования и ведения автоматизированной информационной системы Государственный реестр нормативно-правовых актов Республики Южная Осетия, утвержденных постановлением правительства, Министерством юстиции Республики осуществляется деятельность по систематизации и учету нормативно-правовых актов Республики. Государственный реестр нормативно-правовых актов Республики ведется в документальном виде, это архивный фонд, или в электронном виде, база данных. Одной из важнейших целей государственной политики является развитие и совершенствование национального законодательства. За период учреждения в Министерстве юстиции бюллетеня нормативно-правовых актов исполнительных органов государственной власти было опубликовано 109 нормативно-правовых актов органов исполнительной власти. Стоит отметить, что раньше эти ведомственные акты не публиковались, тогда как именно эти акты определяют права и свободы граждан. Разница в показателях обусловлена тем, что раньше архивные документы сохранялись на бумаге, теперь сформирована электронная база данных. Также в отчетном году были проведены плановые проверки всех подотчетных министерству подведомств в целях выявления нарушений и рекомендаций по их устранению. Были проведены плановые проверки профессиональной деятельности нотариусов по всей республике. Порядок деятельности и организация ведения нотариального делопроизводства на предмет соблюдения нотариусами законов Республики Южная Осетия. В республике действуют 6 государственных и 2 частные нотариальные конторы. В текущем году также была проведена и служебная проверка в отношении одного государственного нотариуса, и по результатам проверки применено дисциплинарное взыскание. Во всех районах республики функционируют отделы службы по приему и выдаче документов, кадастровых работ, технической инвентаризации и оформлению прав на недвижимое имущество. Вследствие реформ в управлении исполнения наказаний созданы изолированные участки для раздельного содержания разных категорий осужденных, создан следственный изолятор. Начата работа по улучшению материально-бытового обеспечения уголовно-исполнительной системы. Во время отчета Лалиева обозначила планы на текущий год. Будет прорабатываться вопрос повышения должностных окладов и пенсионного обеспечения сотрудников уголовно-исполнительной системы Республики Южная Осетия. Условия содержания осужденных максимально приближены к требованиям Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и международным стандартам. Интересы осужденных были поставлены Министерством юстиции Республики на первое место и решены. Министерство юстиции сделало все максимально возможное для облегчения жизни в условиях изоляции. В отчетном 2019 году министерством начата работа по реализации второго этапа плана мероприятий по усовершенствованию уголовно-исполнительной системы. Министерство юстиции в рамках международных отношений принимает участие в международных форумах и различных группах. Между Министерством юстиции Республики Южная Осетия и Министерством юстиции Донецкой Народной Республики был подписан меморандум о намерениях правового сотрудничества. В текущем году намечается подписание ряда договоров о сотрудничестве в вопросах, представляющих взаимный интерес. В настоящее время рабочая группа работает над проектами соглашений. Президент Республики Анатолий Бибилов поблагодарил сотрудников Министерства юстиции Республики Южная Осетия за трудоемкую и добросовестную работу. Я считаю, что Министерство юстиции работало довольно-таки эффективно в 2019 году. И, конечно, хотелось бы быть уверенным, что и 2020 год будет не менее эффективным в реализации тех планов, которые вы, каждый для себя, каждое структурное подразделение Министерства юстиции выстраивает. Поблагодарить непосредственно кадастровую службу за тот объем работы, серьезный объем работы, который был проведен. Поблагодарить сотрудников управления исполнения наказания за их принципиальную позицию. Елена Газаева, Азамат Кудзиев, Заур Устаев. Информационный выпуск сегодня.